подчеркну, у тех, кто пытается запугать людей, расколоть наше общество, сыграть на религиозных или национальных чувствах, никогда ничего не выйдет. Их ждет неотвратимое и справедливое возмездие. Отмечу, что сейчас в условиях специальной военной операции органы следствия решают особые, дополнительные, крайне ответственные задачи. В том числе эффективно действуют на освобожденных территориях. Россия в целом открыта для переговорного процесса. Но сначала нужно понять, насколько готова к этому Украина, украинская сторона. Украинская сторона и насколько украинская сторона имеет, скажем так, разрешение на это от своих кураторов. Потому что пока вы видите, очень разные заявления звучат. Помимо общей проблемы с легитимностью Зеленского, там есть еще проблема с, собственно, с фактически законодательным запретом на какие-либо контакты и переговоры с российской стороны. А також було підтверджено і те, що мені говорив лідер Китаю Сі Цзіньпінь, що Китай не постачатиме зброю Росії. Детальну доповідь міністра я очікую по поверненню в Україну.